Видите, что? А смотрите, девушка там занимается фэншуем, и над ней горит синий огонек. Так, стоп, мы проведаем. Вертолет у нас стоит, вертолет стоит, все. Боюсь, опасно, что пока мы будем к девушке ходить, у нас вертолет исчезнет. Так, убираем оружие. Что значит не в форме? А как же мое отличное чувство юмора? Ну, я... Ну, где там я? Да. Ну да, я хочу ответить. А как мне ответить-то? Ребят, напишите, как с ними контачить. Да! Ну все, я думаю, мне уже ничего не светит. Я случайно ее... Но она сейчас меня накостыляет. Так что это фитнес. Фитнес-няшка сейчас меня просто накостыляет. Ладно, пошли. Но над ней горел синий огонек. Что это значило? Напишите. Реально, напишите. Все, мы полетели. Собственно, надо было нам взять только фотоаппарат. Что, она бежит за мной? Все, остыло. Так. Полетели, будем смотреть. Так. Здесь я ничего не вижу. Ребят, я сделал открытие, чтобы увидеть точки фотографирования, нужно... О, бензопила тут есть. Нужно разглядывать фотоаппаратом окрестности, и вы это увидите. Видите, тут ничего нет. Так, залезаем. Сейчас поднимемся, на какой-нибудь крыше высадимся, и будем с крыши обозревать окрестности. Очень классно. Мне этот вертолет очень нравится, ребят. Так, ну вот смотри, сейчас давай где-нибудь вот буквально вот сюда сядем и посмотрим. С фотоаппаратом. Так, вот. Смотрим. В принципе, может быть вот здесь что-то, но видишь, здесь ничего нет. Так, пусть когда я на тот памятник основателю GTA навел, там такая видеокамера фиолетовая болтается, значит сделать снимок. Видишь, тут ничего нет вообще. Вот там явно что-то интересное может быть на этом балконе, но тоже нет. Трамвайчик проходит. Ничего нет. И где эта сотня снимков в Сан-Франциско, можно только гадать. Вот такое учреждение какое-то. Ладно, полетели дальше. Ладно, сейчас давайте так на снимках заостряться не будем. Давайте... Карго-боб какой-то. А, карго-боб, это на вертолет карго-боб. Так. Давайте просто на что-нибудь повыше высадимся, вон там, в даунтауне. А, вот что я еще хотел, подожди. Стоп. Разворачиваемся немножко. Там вот где гольф-клуб, который мне говорили, что это гольф-клуб, вот он. Там гора, вон она, это гора. На горе у нас вышка. Сейчас просто хочу к этой вышке подлететь. Все, больше ничего не хочу. Просто подлететь. Смотреть на нее вблизи. Я там ходил. Это тоже какая-то знаковая американская вышка изображена. Так, аккуратно. Ну вот видите, какие там мечи связи наверху. Ну все понятно в целом. Так, тут гора. В принципе, на гору мы на эту вроде бы не поднимались, да? Давай поднимемся. Очень, в принципе, интересно. Ну тут, видите, ее, по-моему, опутывает дорога. По-моему, здесь можно было бы подняться и на тачке. Не помню. Та это гора, не та это гора. Ага. Во всяком случае, сейчас сядем на вершине Эвереста. Посмотрим, может там что-нибудь там интересное припасли. Ну уж на вершине-то горы что-то должно быть, ребят.
красота.